Так вы были в подсобке, так? Да. Я раскладывала вещи, а он зашел, закрыл за собой дверь и начал снимать штаны. И вы ничего не заподозрили? Я подумала, что он дверь закрыл, чтобы никто войти не смог, а штаны снимать, ну, переодеться человек хочет. И вас не насторожило, что он стал переодеваться в вашем присутствии? Я подумала, может, он и понравиться хочет. А он так набросился. Вы кричали, звали на помощь? Нет, не звала, он сделал так. Я не стала шуметь. А почему вы не оказали никакого сопротивления, когда он, ну, непосредственно приступил к этому позорному акту? Я испугалась. Он меня шантажировал. Чем это он вас шантажировал? Он сказал: будешь сопротивляться — уйду.